Какие-то реакции? На обстоятельства, на расстояние и на предохранители, черты характера. Вот так. Почему? Я же не просто вам тут вот это вот все наговариваю. Чтобы вы немножко начинали видеть. Когда человек не может держать дистанку, он всегда будет реагировать на завтра. Всегда. Когда вы ему не говорите время, обычно мужчины этим занимаются, когда вот они говорят, ну давай, ладно, давай там потом, я сейчас не могу, там туда все. Все. Он не справляется или у него нет вообще желания там с вами на какой-то период идти. Ему нужна от вас какая-то основная задача. Ну, чтобы вы решили. Ну, обычно оставят на место действия. Или потому что решил список друзей пополнить. Это все видно. Ну, никто ничего не скрывает. Вы просто живете в своем кино.